Ты не побоялся явиться в замок Шимата? Приветствую вас, дорогие друзья, снова с вами Атомный Кролик. Мы продолжаем изучать вселенную Overwatch и ее персонажей. Сегодня у нас на очереди Гензи. Младший сын главы японского преступного клана Шимада рос избалованным роскошью. В отличие от своего старшего брата Ханзо, Гензи не беспокоили дела клана, и он прожигал свою жизнь вечеринками и весельем. Их отца это совершенно не беспокоило, видимо, он думал, что Ханзо, как старший сын, справится с делами клана в одиночку. Однако после смерти отца старейшины клана настояли, чтобы Ханзо уговорил Гензи участвовать в жизни клана. Разговора у братьев не получилось, и все переросло в драку. В результате которой Гензи получил очень серьезные ранения, и Ханзо подумал, что убил собственного младшего брата. Однако очень раненого Гензи спасли агенты Overwatch. Их интерес был в том, чтобы завербовать воина в свои ряды, и чтобы он помог им справиться с тем же самым кланом Шимада. Некоторые раны Гензи были настолько фатальными, что часть его организма пришлось заменить на кибернетические импланты. Гензи должен был стать частью секретного отряда Blackwatch, однако его новый внешний вид вызывал у него большие психологические проблемы. Гензи не мог смириться с тем, что он наполовину робот, наполовину человек, и считал себя чем-то противоестественным. Он покинул ряды Overwatch и отправился странствовать по миру. Судьба занесла его в Непал, где он встретил монаха по имени Дзиньята. Умник был очень религиозен и проповедовал единство души людей и роботов. Сначала Гензи не воспринял его всерьез, но со временем проникся его философией. Он осознал свои новоприобретенные преимущества в скорости и силе, а также смирился со своим новым внешним видом. Спустя много лет он решил вернуться в родной город Ханамура, где узнал, что его старший брат после их роковой схватки добровольно изгнал себя из клана, и каждый год приходит в храм, чтобы почтить память своего погибшего брата. Гензи пытается поговорить с братом, но тот его не узнает, и между воинами происходит схватка. В этот раз Гензи одерживает верх, и Ханзо уже был готов смириться со своим поражением, а тут таинственный киборг открывает тайну своей личности. Ханзо не верит своим глазам, а Гензи предупреждает своего брата о том, что грядет война, и именно сейчас ему нужно выбрать сторону. Пара интересных фактов. Изначально Гензи и Ханзо должны были быть одним персонажем, который переключался между луком и мечом. Однако в процессе разработки Blizzard отказались от этой идеи, посчитав, что такая игровая механика будет слишком сложной. Фраза, которую Гензи произносит во время своей ультимативной способности «Ruijin no Kevu Kurae», приводится примерно как «Отведай клинок бога-дракона». Это объясняется тем, что меч Гензи называется «Ryuichimoji». «Ryu» по-японски означает «дракон», а «Ichimoji» — это одна из самурайских боевых стоек. Немного о боевых способностях Гензи. Стандартная атака Гензи — это бросок сюрикена. Но у этой атаки есть два режима. По левой кнопке мыши он бросает 3 сюрикена в одну точку, но по правой кнопке мыши происходит веерный бросок 3 сюрикенов одновременно под углом примерно 30 градусов. Всего в обойме 24 сюрикена, и каждый наносит примерно 30 урона. В дальнейшем разработчики могут менять балансные правки, поэтому я говорю примерные цифры. Также в бою можно использовать чардж. Эта молниеносная атака представляет собой рывок Гензи примерно на 15 метров вперед. При этом он достает меч и наносит 50 единиц урона всем целям, которые встречаются на его пути. Откат способности занимает 8 секунд, однако если вы убили цель атакой, то она откатывается моментально. Также одной из самых эффективных и раздражающих способностей Гензи является отражение атак. В течение 2 секунд Гензи отражает все выпущенные в него материальные снаряды, исключение составляет только энергооружие. Еще одна очень полезная способность — это киберловкость. С помощью нее Гензи может карабкаться по вертикальным поверхностям. И это единственный персонаж в игре, у которого есть двойной прыжок. При использовании своей ультимативной способности Гензи достает катану и ставит боевую стойку. При этом по нажатию левой кнопки мыши Гензи совершает удары катаной, которые наносят примерно 120 единиц урона. Также в этом режиме он может использовать молниеносные удары и отражение атак. По факту Гензи является фланговым бойцом, который создан для того, чтобы нападать на противника с тыла и наносить неожиданный удар. Его внешность, напоминающая ниндзя, вполне красноречиво нам об этом рассказывает. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайк, как наберем соточку, я начну делать историю следующего персонажа. Также напоминаю, что на моем канале ты сможешь найти истории многих других персонажей. Пиши в комментариях историю, какого персонажа ты хотел бы увидеть на моем канале. И подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем удачи, пока-пока.